если сотрудники начинают работать, у них выслуга каждый, вот с 10 лет начинают, прибавляется 5 дней. 10 лет 5 дней, 15 лет еще 5 дней, уже 10 дней. И в 20 лет уже плюс к отпуску 40 дней, 15 дней отпуска. Занормированный, вот Павел Владимирович спрашивал, тоже у нас предоставляется отпуск от 7 до 9 дней. Скажите, пожалуйста, а вот значение второго уровня высшего образования магистратуры, она особо важна для поступления или на работу, или на службу? Пока нет. То есть таких нет? Пока нет, таких нет пока у нас ограничений и требований пока нет. То есть высшее образование достаточно. Решите, я немножко готовлю относительно вашего вопроса, словам коллеги Сергея. Значит, уровень магистратуры необходим в соответствии с российским законом для замещения высших должностей государственной службы. Значит, бакалавриат не позволит вам занять такие служебные, ну, такие должности. Ну и немножечко хочу еще обобщить то, что сказали мои коллеги. Значит, коллеги, хочу к вам обратиться именно, вот, назвав вас своими коллегами, поскольку надеюсь, что многие из вас по окончании учебного заведения присягнут на верность российскому государству, его закону, его народу и закону. Значит, те задачи, которые определяет государство и ставит перед нами в документах стратегического планирования, это различные концепции стратегии национальной безопасности, очень много их перечислять не буду, также в федеральных законах иных нормативно-правовых актах обуславливает определенный административно-правовой статус сотрудника полиции. Об этом уже было много сказано сегодня. Ко всему этому я присоединяюсь. Значит, чем обусловлен и чем характеризуется в первую очередь наш административно-правовой статус? Это наличие властных полномочий в отношении индивидуально неопределенного круга лиц, когда-то нарушивших либо нарушивших.